много. Вы знаете, вот сегодня вспоминал Алексей Андреев, как он познакомился с центром Левобережья. У меня тоже есть свое воспоминание, как я впервые пришла в Дом молодежи «Маяк», это был 2017 год, когда мы с друзьями подумали, ну вот Шлюз — это академгородок, у нас нет ничего про науку. И мы подумали, давайте мы проведем Юрьеву ночь на Шлюзе. И мы пришли в Дом молодежи «Маяк», и нас поддержали, было ужасно, страшно, вот серьезно, потому что, во-первых, неизвестно, тротуарная астрономия получится, не получится. Какая будет погода, придут ли люди, это было ужасно, страшно. А потом у нас все получилось, и уже какой раз будут проводить, ну, наверное, во время ковида не проводилось, да? Но это уже стало традицией Шлюза, и я рада, что я тоже стояла у истоков этой традиции. Да, и я хочу вам всем пожелать, вот молодые, задорные, дерзкие, мечтайте и осуществляйте свои мечты. Большое спасибо. А мы переходим с вами к церемонии награждения. Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 15-летием со дня основания Центра молодежного досуга Левобережья вручается Татьяне Сергеевне Трениной. Почетная грамота за активное участие в общественной жизни Советского района города Новосибирска вручается Екатерине Николаевне Печенкиной! Многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 15-летием со дня основания Центра молодежного досуга Левобережья вручается Юлии Сергеевне Пономаревой! Почетная грамота за высокий профессионализм и в связи с 15-летием со дня основания Центра молодежного досуга Левобережья вручается Елене Александровне Баклановой. Это корпоративная этика. Почетная грамота за высокие профессиональные достижения, достижения в общественной деятельности, значительный вклад в развитие сферы молодежной политики на территории города Новосибирска и в связи с 15-летием со дня основания Центра молодежного досуга Левобережья вручается коллективу «Центр».